В нашей республике МРОТ в последний раз повышался в октябре 2014 года. Тогда он составил 6900 рублей. В этом году никаких изменений этого показателя не было. Возможно, повышение будет позже. Уровень минимального размера оплаты труда применяется для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам при регулировании оплаты труда. Также этот показатель используется для вычисления величины налогов, штрафов и других сборов.